Так, мы в больнице, приехали снимать швы. Вот наша Шарлотта. Она, в принципе, заросла практически уже вся шлейчку. Так, Шарлотик, давай. Видите, у нее сколько было? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. В общем, 8 штук, да, вот здесь самая большая, здесь все было лысое, все заросло. Hello. Вот у нас еще Пенечка. В общем, мы Шарлотту привезли домой, поехали с Пенни делать еще прививочку. Завтра уезжаем, и собачек мы оставляем своих в гостинице, в которой Шарлотта все время у нас отдыхала. Поэтому все сделали сегодня. У нас тут, мы ждем просто еще. У нас посылочка пришла. Дом пришел кошкам новый. Прям только что ждали человека, когда он у нас едет с нашей парковки. Все, приехали. Мы приехали домой. Все сняли швы. Вот так вот, в общем, у нее все зажило. Все заросло. Я немножко еще машинкой вчера подстригла чуть-чуть. Но я не думала, что вот здесь у нее все зарастет. У нее все лысое было. В общем, все стало зарастать. Вот здесь вот у нее не зашитые. Здесь у нее, получается, сделали ей, прижгли. Поэтому вроде бы все хорошо. Все отлично. В общем, вот так вот. Все. Делали прививки нам специальные. В гостинице нужны специальные прививочки. Вот, сделали прививки. В общем, завтра пойдут они. Поедут завтра, да, с собачками будут играть. Друзей новых заведут. Ребята, покажу вам сейчас дом новый для кошек. Он такой красивый. Смотрите, лапка такая кожаная. А это на Амазоне я заказала. Я не видела много вариантов. Серые, розовые, всякие зеленые есть. А вот именно в леопардовом стиле очень мало. А, не знаю, какой он в деле. Но отзывы были неплохие для довольно-таки, ну, взрослых кошек уже. В общем, такой красивый, классный. Смотрите, декорации Хэллоуина резко сменились на рождественскую тему у нас теперь. Праздник нам приходит. Да, праздник нам приходит. Угу. Так, давайте посмотрим, что я купила с девчонками, когда гуляла в Мирамаре. Кэт Спейд. Я взяла себе маленькую сумочку. Мне очень понравилось. Посмотрите, такая коробочка. Так упакована. Сейчас откроем. Такая вот маленькая черная сумочка. Кэт Спейд Нью-Йорк. Она такая блестючая, черная. Как раз сейчас у нас такой стиль. Черненькие сумочки. Сейчас уже как бы прохладненько. Но при этом она такая еще, в принципе, на вечер ее. И не только на вечер, просто вообще в целом. С каким-то даже платьишком надеть она будет красивая. Вообще с чем угодно. Такая довольно-таки нарядная. Черная вроде бы, но при этом такая нарядная сумочка. На цепочке все еще упаковано, ничего не раскрывала. Ну, в общем, такой вот у нее ремешок, до конца снимать не буду. Так, и вот здесь вот для карточек тоже такая, в таком же стиле. Ну, классненько так смотрится, мне очень понравилось. Еще в Кейт Спейд нашла вот такой вот себе, как раз для меня, моя тема, так сказать, клавиши. Такой вот чехол для телефона. Тоже такой немножко он блестит, чуть-чуть.
Вот такой вот чехольчик от Kate Spade. Тоже симпатичный. Вот, и что-то я еще взяла. А, заколочку я купила. Это в H&M черный. Ну, в общем, как-то так. В общем, вот мои покупочки. Сейчас собираемся. Надо как раз все распаковать. Сдаем Пеньку сегодня первый раз. Вон сколько собачек. Это наша гостиница, в которой мы постоянно Шарлотту оставляли. Теперь их вдвоем сегодня оставим. У нас Нервис. Оформляем. Сидят вдвоем, им кого-то еще подселят сюда, какую-нибудь взрослую собаку. Ну, в общем, короче говоря, веселуха. Мы выехали. Выехали в сторону Myrtle Beach сегодня. Сегодня у нас вторник, 21 число, вечер. Едем, собак сдали. Только что видели. В общем, Шарлотта с Пенни первый раз. Как говорится, первый раз будет в такой кабинке вместе. Шарлотта, ладно, там была. Пенни первый раз. Для нее, конечно, сегодня неврозно так чуть-чуть. Она переживает, но ничего. В общем, вместе будут, привыкнут. А то дома они как-то немножко тявкают друг на друга. А здесь деваться некуда будет. В общем, очень интересно. Интересный опыт. Посмотрим, как заберем собак. Надеюсь, будут все живы и здоровы. Что еще? У нас вот эта вот гостиница, она, сколько мы уже, наверное, здесь вот 4 года живем, мы постоянно Шарлотту там оставляли. Вот, последнее время мы ее всегда с собой брали. Сегодня, конечно же, мы решили не брать, потому что, ну, это невозможно, просто это очень неудобно. Мы на несколько дней, машина все-таки не позволяет, несмотря на то, что минивэн, мы с двумя собаками как-то, ну, я думаю, тяжело будет, решили их сдать. Нам нравится эта гостиница. Муж с женой, испаноговорящие, в общем, такие. Сейчас вот у них, кстати, персонал, Артём, появился. Вот, у них дополнительно. Когда мы раньше обращались, тогда не было еще так много рабочих у них, а сейчас все-таки работников побольше. Там человека 3 точно я уже видела. Вот, и они прям расширяются, прям видно по ним, растут. Вот рации там всякие у них, там, в общем, ну, уже совершенно все по-другому. Видно, получше дела стали, так сказать. Вот. Собак много, потому что праздники. И, конечно же, собак очень много. Но эти девчонки наши будут вдвоем в кабинке пока. Но потом, может быть, еще подселят. Конечно же, с нашего разрешения. Я говорю, а почему бы нет? Пусть они привыкают к общению. Вот. И подселят, может, еще одну собачку туда, к ним. В общем, будет весело. Ну, какую-нибудь такую взрослую, наверное, скорее всего. Вот. Так что такие дела. Вот хозяин очень любит Шарлотту. Постоянно о ней вспоминает. В надежных руках. Все нормально. Все, едем сейчас. Время очень довольно-таки поздно. Мы будем ночью ехать, наверное, скорее всего. Завтра мы будем Где мы будем? В Сан-Густине, наверное. Нет, ну сегодня, да? Если нам нужно будет заправиться, нужно будет перекусить. А если бы не заправляться и перекусить, мы по планам 10 вечера должны быть в Сан-Августине. Да, у нас в Сан-Августине, мы там ни разу не были. В 11, полдвенадцатого, 12, наверное, приедем и там переночуем. Да, мы там ни разу не были. В принципе, ехать часов там 5 где-то, да? Ну, вот, да, точно. Не так далеко. Ну, побудем завтра там. Так что все, увидимся. Так, заправляем машину, полный бак на $53. Сейчас бензин у нас, вот мобайл здесь, 3,05 стоит. За галлон. В галлоне 3 литра 750 миллилитров. Все. Едем в кафешечку, надо перекусить что-то. Сегодня ничего не ели вообще. Сегодня собирали вещи, делали дела, рабочий день еще сегодня. Поэтому сейчас пойдем перекусим что-нибудь. Хотя у нас Теша сегодня делала лапшу сама, пока мы там собирались, она делала. Тесто месила, катала, что-то там сварила себе лапшу. Вот, в общем, сделала себе. А мы голодные все. Так, идем попытаем счастье в этом баре итальянском. Неплохое заведение, пишут. В общем, ни разу здесь не были. А здесь отель рядом. Кстати, удобно для отдыхающих. Так,
сели. Сейчас перекусим. Пицца. Так, а у нас снова остановочка. Мы заехали в Culver's. Это такая бургерная. Здесь бургеры. В общем, разные напиточки, мороженое. В общем, фастфуд. Так, интересное такое заведение здесь. В каком-то мы были, вообще аквариум был с рыбами, прям прикольно было. О, кстати, мне мороженка взяли, да? Сонька, я думала, пиво взяла. Это рутбир, оказывается. Да. А сейчас с этим? Можно сэндвич с рыбой поесть. В общем, полное, так сказать, извращение. Все, что хочешь. Это чья ложка? Мороженое с малиной. Это мое. Не ешь это зло, не надо. Это ложка чья была? Кто ложку брал? Вкусненько. Даже вот не взял. Сань, покажи еще бургер свой. А? С этой, с треской бургер. У Тима тоже сочный такой. Так, мы едем в дороге. Я хочу вам просто показать это. Чайманы, да, с Башкирии люди. Купили пирожок с Макдональдса с яблочком. И я взяла с собой термос с чаем. И Артём пьет чай, смотрите. С нормальной кружки. С домашней нормальной кружки. И вот прям так вот за рулем едем по трассе и пьем чаек. В общем, без чая не можем никак. Я прям с таким удовольствием. Я вообще напитки особо никакие не беру в кафешках. Либо вода, либо вот потом чай попью, если он у меня с собой есть. Чё, на пирожок? Смотрите, цвет Рождество. Зеленый, красный. Даунтаун Орландо проезжаем. Мы будем буквально через полтора часа в Сан-Августин. Да, Сент-Агустин, правильно. Так все, подсвечивается в Орландо, как всегда, красиво. Вау! Мы приехали в Сент-Агустин. Как тут красиво. Все украшено. Елка стоит вон посередине. Елочка, снеговик. В общем, на даунтауне здесь вообще никого нет. Время час ночи, мы едем. Все такое прям рождественское настроение здесь. А вон мост, смотри, впереди. И мы едем в наш отель. Отель в даунтауне находится. Там все, все горит. Все везде горит. И никого вообще просто. Где наша ночлежка? Я не знаю. Вот она. Ну, вот, я понимаю, здесь машины стоят. Прикольно, да. Наверное, на свой страх. Мы приехали. Наш мотельчик. Здесь кругом вода, прям центр. Яхты стоят. В общем, сейчас ничего не видно. Будем смотреть все завтра. Все горит. Смотрите, какой мотельчик. Мы, конечно, не ожидали. У нас даже лебеди есть. Вау. Да, вид, конечно, там шикарный. Завтра посмотрим. Это электрический. Здесь вот пить нельзя. Пап. Перила очень низкие. Нет. Просто вот. Можно перевернуться. Вот. Электрический Hyundai. Покурить, посидеть здесь можно. Ну как эти дикари все время в хороших отелях, а тут мотель. Зато в центре. Смотрите, какая люстра. Видели, нет? Хрусталь. Я давно такого не видела, даже в домах. Сваровски. Это Сваровски. Я даже в домах не видела такие люстры. Одни вентиляторы. Мама, на синтезатор снимает, прикинь. У тебя же все ку-ку уже, да? После дороги. А у меня чехол красивый очень, я потом... А я показала, по-моему, чехол. Вот зеркало подойди, синтезатор снимает. А, вот, да. У меня такой чехол, видите? Синтезатор. Красивый город, смотрите, на карте. Где? Надеюсь.
Вот, это мы будем завтра. Здесь, смотрите, вон, вино. Смотреть будем. Алина, представляете, сидит, рисует. Ну, конечно, здесь ванна, туалет один. Такие, смотрите, стулья. Смотрите, трон какой. Да. Ничего себе. Это мой час, туалет. Там... Так, что, доброе утро. У нас вот такое утро немножко хмурое. Сегодня 40%. Дождь, погода немножко такая ветреная, но не жарко, хорошо. Отлично зато. В общем, вот так вот у нас вид из окна сегодня. Живенько. Так, мы только отъехали от номера. Вот такие домики здесь. Прям самый почти центр. Ага. Это все сдается. Ага. Это какой-то национальный парк, что ли? Что написано? Бараки. Фрэнсис. Святого Франка. Бараки. А, барак Святого Франка. Вообще, надо крепость посетить. Очень было красиво. Вот здесь, интересно, живут или сдают эти домики? У кого-то вон, это горит все. Классно ночью здесь. Классно. Они все в огоньках. Все это кладбище, товарищ. Такой прям в центре. В центре. Вон там есть реки, кабинки такие. Это как пирамиды Хеопса, блин. Смотрите. Ничего себе. Филиал египетский. Ага. Что-то на окнах какие-то решеточки есть. Дома уже пошли. Да, это вот так вот живут что-то здесь. Дорогие дома. Видимо, не дешевые, да. О, здесь трамвайчики. Здесь трамвай. Я говорю, где-то должен начинаться. Здесь садишься на трамвайчик и катаешься. Очень классно все украшено сейчас перед Рождеством. Прям такое настроение клевое здесь. Все, пошли мы гулять. Сейчас покажу трамвайчики, какие здесь ходят. Такие вот трамвайчики. Можно сесть и кататься. Машину оставляешь, $25 парковка стоит. Это музей какой-то. В общем, здесь музей, здесь крепость. Ну, вообще, конечно, сейчас будем гулять, смотреть все. Да, пойдем. Пойдем восковые фигуры посмотрим. Наклеиваем видео. Все, ребятки, идем смотреть первый в США музей восковых фигур. Так, куда пойдем? Сюда? Да что такое? Ты какой-то монетки, я так понимаю, туда суешь? И что? Короче, здесь настоящие волосы использованы. Не просто так. Также зубы, глаза. Угу. Он на меня не смотрит, да? Как надо так сделать, чтобы... Вот. О, здесь даже Трамп есть. Мне кажется, здесь толпа народа. Да, такое ощущение, что толпа здесь, реально. Справа в задней смотри. У тебя смотрит человек. Здравствуйте. Здравствуйте. Такое ощущение, здесь как будто очень много народу. О, вот здесь даже Волан-де-Морт есть. Смотрите, и Гарри Поттер. Такой же взрослый парень. Это красавчик. Глаза прям вообще реально живые просто. Воск не очень.
глаза живые. Космонавты. Какой там другой? Ну. Бритни Спирс, представляете, вообще не похоже. Мэри Кури есть? Тим подружку нашел. Она к нему подошла. Какие-то куклы Вуду. Куклы Вуду здесь, представляете? Смотрите, сколько много. Мы так, мы идем в кафешечку вот эту. Оценка очень хорошая. Прям круто здесь. Ну-ка. Тортики, снеги. Ну, это все как раз для нас. Вау, прикольненько. Вот и вкусно пахнет. Ждем свой заказ. Так, я взяла свой чай. Чай тилатте, как всегда. Девчонки вафли едят. Так, расхаживаемся. Дальше от воды. Да. Мы расхаживаем свои булки. Поели. Так, идем на крепость. В крепость. Помнишь, говорит, мы были в тюрьме? А, они были в Англии в тюрьме какой-то. Поэтому им напоминает что-то похожее. Так, там тюрьма, и здесь казарма. В общем, страшно, неприятно. Так спали люди. Это вот так вот выглядело. И туда наверх, да? Ну, выглядит, точнее, до сих пор есть. Просто. Вот и вся крепость. Все пропитано, все стены пропитаны, а там крепко, наверное, все пропитано кровью или еще какие-то. Ужас, кошмар. Это здесь вино, еда. Вот на второй этаж поднялись. Так красиво здесь. Вид такой. Ой, ну небо вообще, конечно. Дождик уже капает немножко. Идем. Так, тут куча соусов. Ребята все напробовались уже. Острые соусы. Персиковые, в общем, манговые разные, какие хочешь. С ложкой ходит, пробует. Это школа такая, самый старый дом. Старый-старый дом. Так, мы зашли тут в Сваровски. Лавочку такую. Мы покупали всяких камушек. Это твое? Все, проверили? Пока не покажем. Маленькие стеклянные зверюшки. Я взяла колечко из бисера. Вообще такая милота. Стоит $2. А у меня счастье, как будто я за 20 тысяч купила. Мы нагулялись, мы тут сели, решили сфотографироваться. Смотрите, елочка такая красивая. И все, и вставать не хочется. Находились сегодня. Сонька, Тимку фоткает. Так, ну что, мы выехали. И едем сейчас уже в Джексонвилл находимся. Вот этот даунтаун, проезжаем мимо. Мы думали, его не увидим. Но как-то так получилось, что, в принципе... Можно посмотреть издалека на Джексонвилл. Все, мы едем в сторону в Миртл-Бич. Едем в Южную Каролину. Так, мы заехали на заправочку. Туалет сходить тут, короче говоря, машину заправить. И вот так вот тут сосисочки, видите. Чего только нету. Есть, на заправке есть все. Здесь, кстати, еще... останавливаются, мы видели очень много этих траков, дальнобойщики. О, София, на чипсы сейчас. Это моя любовь. Чипсы это плохо, друзья, не ешьте. Мне только можно, да? Так, что еще есть? Мороженка, вообще все есть. И еще касса самообслуживания, там все очень удобно. Конфетки всякие, шоколадки. Ой, мы в паблик заехали. Набрали суши всякие, всякие нормальные такие штучки, поели в машине, чтобы ничего не брать. А Сонька у нас спала, спала и сейчас проголодалась. Кепочки также можно купить с Южной Каролины, какой-то сюрприз привезти. Все, мы уже в Южной Каролине, как я говорила. В общем...
Здесь есть все. На этой заправке всякие жгуты. Я не знаю, что это такое для автомобилей. Ау. Да, пойдем.